какие-то жучки, паучки, скорпионы. Маленькие скорпионы и еще какие-то маленькие там гадости. Если я это буду сам кушать, никого не удивлю, потому что я могу съесть все, что угодно, честно. Поэтому мы будем пробовать вместе. Это Олег, он сказал, тоже съест все, что угодно. Это Сергей, торгуется, говорит, что очень дорого. Я сейчас выбью тебе вам скидку. Катя. Привет. И Алена. Я готов. Ну что, я, может, снопендрю рискну здоровье? Да. Давай, я у тебя отдаю. Ты гостям не хотят. Лео. О, поехала. А, что, может, давайте сюда все стряхнем и просто вот палочкой в острый будем говорить. А, фан, ну, давайте я попробую, как говорится. Ешь скорпиона, вдруг он отравлен. Ну, ладно, хорошо, спасибо. А его, может, как-то надо очистить? Ага, уговорить его надо, чтобы он умер. Девчонки, это просто чипсы. Я тоже хочу. Так, какую? Я сначала скорпиона. Давайте, выкачай скорпиона. Пипец, у него же ножки. А что, прям он шевелится. С ногами есть? Да, прямо в рот забрался. Кстати, он... Да вы что? Дайте поесть. Да чипс. Нормально. Нормально. Но они такие, там, я не знаю, какие-то картофель, я что-то такое, даже не знаю, да? Так. Следующее, похоже какую-то на большую... Осу или шмею, не-не, вот эта личинка шелкопряда, а это похоже на какую-то пчелу громадную, какого-то шершня, что ли. Нам надо было запить, что-то пить. Ну? Ну, неплохо. Мне нравится. Так что? Чему готовы выпить? Какую-то веревку жуешь, сладко. Как будто это веревка какая-то такая. Ради тебя. Сладкая такая, да. Даже такая. Какую-то тряпку жуешь. Мне вкусно. Нет, да? Мне вкусно. А вот после этого какой-то горковатый вкус легкий. Сейчас пробуем шелкопряда. Девчонки еще пробуют другого. А я шелкопряда пробую. Пахнет вкусно. Что я ем? Ты что, ты ешь, ну, шелкопряда ешь. Ну да. А у тебя резюме какой-то. Такой, не знаю, какой-то белок, да? Я съела бабочку, да? Ну, который шелк приделывает, тут он шелкопряд. Да, 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 получается. Так что? Личинки чего-то, чего не знаю. Не, ну это вообще гусеница. Какая-то, которая ползает у меня, не знаю, в саду. Там и жрет лишнее, мешает ракотошке расти. Чего? Вот это, давай, кто шелкопряд смелый? Тут есть маленькая-маленькая головка. За искусство. Да-да-да. Там какие-то... А вон он тут шевелится. Там шоколад. Что мы? У нас первое. Хорошо, да? Это было на первое, сейчас на второе. То есть он, как видите, все по-честному. Ничего, это не сделал ни из мармелада, сегодня все пожарили. То есть никакой подставы. Все по-честному. Ну что, теперь у нас десерт? Мы это да. Сделали. Хэй, букайчи. Сензайна. Хэй. Ига, джеши, джига, ига. Хэйма, ямфэй. Вот он меня за лапы, видите, цапает. У тебя на камеру здесь. А вы знаете, а он живой-то вкуснее, чем жареный. Вот честное слово. Он мне даже больше понравился. Такое, что-то такое немножко такое, какое-то молочное, такое вязкое. Ну и кетин кожа довольно-таки тверденькая. Ты слышал, что он кричал? Да.
Я был неправ, я бы не съел. Живого. Татья, майдумси, майдумси. Отши. Она половину нашей скалопендры сняла с палочки. Вот, да. Я ее и возьму как раз. В общем, поскольку тут все сплошной яд, можно палку брать любую. Нет, у меня реально трясутся руки сейчас почему-то. Давай я подержу. Давай. Так, что, давайте, что? Это вот эта вот многоногая штука. Да, многоножка, ага. Так, я возьму жука себе. Я подожду, когда вы покушаете. Ты подержишь, пока он помрет, да? Это точно чипсы. Прям вкусные чипсы. Давай сделаем. О, я жучка, вот возьму паучка. Давай, все вкусно. Пахнет вкусно. На вкус, кстати, не удивительно. Когда прожуешь уже, не так уж и вкусно. Как жареный хлеб. А мне же что понравился, он какой-то подсолененький немножко, как будто он специально подсолился для меня. Помоги, жучка. Да-да-да. Да? Переверни его так у него. Вкусный, ужасный. Олег, дай воду. Возьми. Тот салфетки есть еще. Но не кусается. Кусается, нормально. Вкуснятина. Отличный кадр. Он вообще пустой какой. Где мясо? Так, а я попробую вот этот скалопендр немножко. Вот есть маленький, я нафиг руками возьму его. Он сначала вкусный. Скалопендр какая-то, она воздушная, внутри ничего нету. Какой-то какой-то попкорн такой своеобразный. Воздушный, ну ничего обычного на самом деле как-то не впечатлил. Так, ну что у нас получилось? У нас скорпиончик, да? Да, ну что, поскуси есть какое-то ядреное. Ну, поскольку ты ел уже живого, то мы его будем есть. А тебе хватит. Не, ну как это? Ладно, кусай. Ну что, кому хвостик? Или мне хвостик, или я клешню кушну? Ты кусай, ядовитая. В общем, тут нечего уже бояться, на самом деле. Все уже пройдено уже. Беру на кайла. Наверное, все самое вкусное, наверное, в клешне. Клешне? Да, попробуй клешню. Ну, куда? Она не кусается. Клешня нет. Ее жевать? Да, она самая ядовитая просто. Неправда. Мне кажется, клешня не надо есть, она не жуется. И... Там нет мяса. Нет. Давайте я откушу ему. Ну, давай откусаем мою жопу. Пусто. Парни, давайте ваши сыры. Тут скалопендра есть, ведьмаки. Что, скалопендра? Они называются скалопендра. Да, давай скалопендра. Давай скалопендра. Дай пендля скалопендли. А вот у меня попроси. Ну что, как? Нет, ты чувствуешь себя, знаешь, когда который, на Discovery, который для выживания, это как Брин или как его зовут, чувака-то. На Discovery что-то бегать там по пустыням, по Арктике и выживая, как там еду добывать и прочее. Почувствуешь себя каким-то чуваком крутым, немерено крутым? Или ты чувствуешь, что ты... Такое ощущение, что она где-то по коровнику бегала. Наконец-то и до меня дошла очередь, в смысле до Скорпиона. Вот тебе самый вкусный досталось. А можно я все доем? Конечно. А то вот эти вот какашки внутри, они такие прикольные. Да-да-да, конечно, здорово. Еда как вкусно. Еще у жучка попробую. Рог жучка, он островатый с натуре, а внутри солоноватый, как-то специально вот у него такой есть. Писайте. Рекомендую. Вот жука рекомендую, мне жук понравился. Жучок. Тут есть крылышки, добавь. Солененький, да? Вкуснятина. Рекомендую, приходите, приезжайте в Шэньчжэнь. Ну, а последний, там, не знаю, за партию родную или хотя бы за маму. Самое стрёмное. Ничего могу сказать. Надо пинать же сюда. Все было очень вкусно. Спасибо за дегустацию. Покажем наш пустой стол. Ну, собственно говоря, как видите, борьба с насекомыми завершилась успешно. Все гады ползучие и летающие уничтожены. А теперь пойдемте пожрем мясо. Да. Мы немножко подумали и решили съесть паучка. Сколько он? 80 юаней? Нифига себе.
Вот у меня возник такой моральный аспект, моральный вопрос меня мучает. У меня дома живет точно такой же паук, это чилийский птицеед розовый. И вот сейчас, как бы, у меня есть желание его съесть. У меня вопрос, как я потом после этого в глаза своему-то пауку буду смотреть. Небольшая историческая медицинская справка. У паука, как у человека, есть, по-моему, пищевод, сердце, и там кровь, только называется не кровь, а называется лимфой. Ну да, пойдем. Не, вкусненько. Я съела его сердце. Да. Я съела его кишечник. Да, вкусно. Не, ну это невкусно, Олег. А можно я это все доем? Да! Мне кажется, очень вкусно должно быть это. Нет, вкусно. Вкусно? Да. Вкусно уже, да? Да. А! У тебя укус съел губу. Он не хотел тебе лезть в рот. Самое вкусное — это задница. Но это не пробовали. Весьма вероятно, да. Вы это не можете оценить. Еще одного? Нет. Еще одну задницу? На этом точно все. На этой оптимистической ноте мы с вами, уважаемые зрители, попрощаемся. Второй раз прощаемся, потому что да. Мы сейчас пойдем в унитазный ресторан, я его уже показывал. Ну да. Извините за то, что чавку в кадре. Пока. Пока. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. На здоровье. Все, все, кусать или фоткаться? Ну, если хотите, можете кусить. Значит, так, сразу. Так.